К другим темам. Транспортно-логистический центр в Актобе расширяет базу клиентов. Договоры на хранение товаров заключены с новыми предприятиями. В Западном Казахстане это единственный центр, который обслуживает грузопотоки из Азии в Европу. Поэтому для распределения товаров по всей стране его используют десятки компаний с мировым именем. Логистический центр, не имеющий аналогов в Западном Казахстане, построен в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития Актюбинской области. Проект актуален для всех отраслей экономики региона. Но в первую очередь инновационные технологии центра класса А направили на обслуживание грузопотоков международного транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай. Центр объединил 3 терминала общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а это 20 тысяч палетомест. Транспортно-логистический центр открыт в Актобе 5 лет назад. Именно выгодное географическое положение привлекает сюда все больше клиентов. Сегодня более 40 компаний хранят здесь свои товары. Среди постоянных клиентов десятки компаний с мировым именем. Они хранят здесь продукты питания, бытовую химию, строительные материалы и многое другое. Складские терминалы предназначены для приема, хранения, обработки широкого спектра товаров. Причем хранение грузов осуществляется индивидуально. Используются консольные стеллажи для негабаритных товаров. Во-первых, нас устраивает то, что склады находятся в центре города. То есть удобно с любой точки города доехать сюда, то есть сотрудникам. Соответствует температура влаги, так как мы храним здесь кондитерские изделия. Собственный железнодорожный тупик позволяет загружать и выгружать до 15 вагонов. На обслуживании центра задействовано 80 человек. Склады являются класса А, пока единственным в западном регионе Казахстана. Большинство клиентов наши склады используют как хаб для распределения товаров по западному региону Казахстана. Транспортно-логистический центр сегодня заполнен на 80%, но это временное явление, говорят представители. Ряд компаний настаивают на сотрудничестве, ожидаются вагоны с товаром из Украины и Татарстана. Елена Устимович, Болат Молдагалиев, Айбек Даутов, Актобе.